Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» мы поговорим про ипотеку для матерей-одиночек с ребенком. Что же касается самих банков, то для банков совершенно без разницы, имеет женщина статус матери-одиночки, либо нет. Банку без разницы, воспитывает женщина ребенка одна, замужем она или не замужем, и как у нее обстоят дела. Что же делает банк, на что смотрит банк? Если женщина является матерью-одиночкой, то в любом случае банк потребует обычный пакет документов и будет рассматривать доход женщины, ее кредитную историю и все по плану, конечно же, в зависимости от того, в какой именно банк вы обращаетесь. То есть не нужно рассчитывать женщине, если она мать-одиночка, то любой банк, какой-нибудь из банков, предоставит ей какую-то сниженную ставку и так далее. Нет. Матерями-одиночками занимается как раз-таки государство. И в зависимости от региона, в котором вы проживаете, есть свои социальные программы. Социальные программы, как раз-таки направленные на улучшение жилищных условий населения. И если вы являетесь матерью-одиночкой, и вы остро нуждаетесь в жилье, то есть на вас и на ребенка, либо на детей, если у вас их несколько, должно приходиться меньше, чем 12 квадратных метров на человека. И далее, доход у вас, конечно же, должен быть ниже прожиточного минимума, то есть вы должны быть малообеспеченными. Ну и, как я уже сказала, повторюсь, в зависимости от региона существуют свои социальные программы, которые вы можете узнать, потому что всегда они в зависимости от региона разные, называются они по-разному, и встать в очередь как раз-таки за приобретением жилья. И, как правило, государство может предоставить либо, например, выделить деньги, вернее, на первоначальный взнос, либо же как раз-таки сделать таким образом, чтобы процентная ставка по ипотеке была меньше. То есть, подытожим. Если вы мать-одиночка, то вам необходимо как раз-таки обращаться в государственные учреждения, узнавать о том, какие именно социальные программы существуют в вашем регионе для того, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Рассчитывать на банки, чтобы они снизили процентные ставки, либо разработали какие-то специальные банковские программы ипотечного кредитования для матерей-одиночек не стоит, потому что такого не существует. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные либо дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось полезным для вас, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!